Кубань Холдинг в прошлом сезоне только в последнем туре уступил первое место и право выступать в ФНЛ Краснодарской Кубани. Поэтому стартом для себя матча первенства нового сезона павловчане хотели порадовать своих болельщиков хорошей игрой. А гости, начавшие сезон с двух побед в Кубке России и добывшие 3 очка в первом туре первенства страны, хотели продолжить эту победную серию. На 16-й минуте после розыгрыша углового мяч получил Руслан Паштов и сделал подачу в район 11-метровой отметки. После серии рикошетов и ошибки голкипера мяч от ноги защитника кубанцев Марата Хребкова оказался в воротах павловчан. И наша команда повела в счете 1-0. После пропущенного мяча хозяева предприняли штурм ворот форта. Однако оборона таганрожцев во главе с вратарем Никитой Пищулиным не позволили нападающим хозяев сравнять счет. А на 37-й минуте таганрожцы могли удвоить результат, но мощный удар Ильи Захарова с трудом, но все-таки отразил Владислав Кучейко. После перерыва хозяева сразу же пошли вперед. Уже на 46-й минуте Никита Пищулин спасает свои ворота. Через минуту после сильного удара павловчанина Спиридона Филиппиди мяч пролетает над перекладиной. А еще через несколько минут стойко ворот играет за нашего вратаря. Могли отличиться и таганрожцы. Прицельно бил со штрафного Руслан Паштов, но надежно сыграл голкипер хозяев, который спустя несколько минут ликвидировал угрозу после удара Резвана Ахметханова. В добавленное время хозяева пытались организовать финальный штурм ворот форта. На угловой пришел даже голкипер павловчан. Но в этот вечер удача была на стороне футболистов форта. Финальный свисток зафиксировал победу таганрожцев со счетом 1-0. Поздравляю таганрожскую команду, поздравляю таганрожских болельщиков с этим. Выиграли, молодцы.